Иван Андреевич Крылов, «Волк и Огненок». У сильного всегда бессильный виноват, тому в истории мы тьму примеров слышим, но мы истории не пишем, а вот как в басне говорят. Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться, и надо же беде случиться, что около тех мест голодный рыскал волк. Ягненка видит, он на добычу стремится, но дат закончить вид и толк, кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом, здесь мутить питье мое! Песком и илом? Задержись такову, я голову с тебя сорву, когда светлейший волк позволит, осмелюсь я до ней, что ниже по ручью, от светлости его шагов я настопью, и гневиться напрасно нас болит, мутить питья ему я не могу, поэтому я лгу. Да помнится слыхан дерзкий свете, что ты еще за прошлым лете мне здесь же как-то нагрубил, я этого, приятель, не забыл». «Помилуй, мне еще и отроду нет году», — Ягненок говорит. «Так это был твой брат. Нет братьев у меня. Так умоль сват. И ваше слово из вашего же рода, вы ваши псы и ваши пастухи, вы мне все зла хотите. И если можете, то мне всегда вредите. Но я с тобой еще разведаюсь грехи. Ах, я и чем виноват? Молчи! Устал я слушать доступ твой разбить вины, твой щенок. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать», — сказав, Ягненка в темный лес он поволок.